турнир по интеллектуальным играм «Кубок Ярослава Мудрого» – состязание, известное далеко за пределами Брещины. Для участия в соревнованиях эрудитов в этом году заявились 44 команды из разных уголков Беларуси, чтобы испытать свои силы в 5 конкурсах. Такого интереса к турниру организаторы не ожидали. Детям это просто интересно. Они хотят узнавать что-то новое, хотят интересно проводить время. И для них это отличная возможность проявить себя, отличная возможность для самореализации. Что, где, когда, своя игра, брейн-ринг, эрудит-квартет и медиа-игра. Победители и призеры определялись как в каждой игре отдельно, так и в общекомандном зачете. Поэтому всем 6 игрокам команды необходимо обладать поистине энциклопедическими знаниями. Для меня турнир – это в первую очередь не только то, где ты можешь показать свою силу, а еще и повод встретить старых друзей, найти много новых, получить впечатление. Это очень-очень здорово на самом деле. Кубки – это то, что делает нас огромной большой семьей в пределах Беларуси и не только. Помимо Кубка Ярослава Мудрого, престижным турниром для молодых эрудитов станет чемпионат Беларуси, в котором примут участие 30 команд. Соревнования молодых интеллектуалов пройдут в апреле в Минске. Здесь есть несколько команд, которые претендуют на золото на чемпионате Беларуси. Собственно, для них это отличная тренировка перед финальным стартом. Более того, поборются за медали. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.